Погода продолжает радовать. В Курске цветут каштаны, а среднесуточная температура воздуха значительно выше, чем была весь предыдущий месяц. Столбики термометров достигают отметки 10,5 градусов, что выше нормы на 3 градуса. Аномальная осень сказалась и на биоритмах растений. Деревья не успели сбросить листья, как вновь начался процесс пробуждения. На цирковой площади на каштанах появились соцветия и даже успели завязаться плоды. Резкая смена температуры характерна для нашего региона, отметили специалисты Курского гидрометцентра. И пусть это не бабье лето, которое обычно бывает в сентябре, когда воздух погревается до 20 градусов, долгожданное потепление куряне встречают улыбками, романтическими прогулками и поездками на природу. Погода меняется, думаю, сейчас как бабье лето настало. Тепло, хорошо, весело. У меня свадьба, выходные будут, это была мечта, чтобы прошло это все прекрасно. Да будем стараться все веселиться и соответствовать данной погоде. Желательно, конечно, пойти куда-нибудь с семьей отдохнуть. Не дома, не в стенах, а чтобы на природе, свежим воздухом. Мне кажется, это пригодится для зимы как раз. Настроение, чтобы улучшить. По прогнозам синоптиков, до 15 октября погода не изменится. Осадков также не ожидается. У аграриев региона есть время на завершение уборочной и посевной кампании.